Надоела мне эта манера наших журналистов писать для самих себя и друг для друга. Осточертело. Это щеголяние мастерством, кривляние это. Это писание для посвященных, или как еще они это называют, свои выверты. И эта тенденция все усиливается. К черту красивый, изысканный стиль. От этого красивого, изысканного стиля материал только теряет остроту. Если материал, над которым вы работаете, не что-нибудь из ряда вон выходящее, пишите покороче. Любая история, когда она толково изложена, умещается в одном абзаце, а то и в одном предложении. Самый великий газетный очерк, который когда-либо был написан, вы найдете в Библии. Он состоит из двух слов. «Кто знает, о чем я говорю?» – спросил Хорсман. Никто не знал. Иисус плакал. Вот эти два слова. Здесь все сказано. Перед вами вся картина. Тут нечего прибавить.